Физкульт, привет всем любителям футбола из города Жигулевск. На футбол есть, об этом скажем отдельно. Ну и самое главное, это все близко к Тольятти, ехать недалеко. Опасная передача, первый стопроцентный момент в матче. И срывает аплодисменты сейчас Константин Миненков. Но, пожалуй, что мы можем уже делать первые выводы, понимать, что скорее больше с мячом будут играть футболисты ЦСКА. Вот как сейчас, опасный момент и гол со второго раза прошла эта комбинация. Обнимают все Александра Вакулича. Армейская десятка записывает на свой счет взятие ворот на 11-й минуте матча. Потрясающе красивая, очень геометрически правильная атака ЦСКА. И нужно теперь тольяттинцам атаку догонять. Есть второй темп. Снова возможность для удара. И посмотрите, какая это страшная пушка. Снова левая нога Александра Вакулича отправляет мяч в сетку ворот. И как-то даже буднично встречают это событие футболисты ЦСКА. Красивый финт, но в центре поля такие номера исполнять опасно. Потеря и 3-0. Руслан Славин реализует свой момент. На повторе будет хорошо видно, как хорошее, в общем-то, начинание. Красиво обыграть соперника финтом Зидана закончилось вот такой вот потерей. И отмечаем, что Славин не только нанес завершающий удар в этой атаке, но и отбор. И мяч у команды ЦСКА. И судейский свисток отправляет соперников на перерыв. Друзья, мы возвращаемся в Жигулевск. Хорошая возможность для удара. Удар, рикошет. И снова мяч в руках у Боровского. И пытаются внести перелом в неудачно складывающуюся для себя игру. Даже если не добиться победы, чего будет сделать очень сложно, поскольку четвертый мяч влетает в сетку. Да, вот здесь вот удачный подкат, мяч отобран, но снова этот коварный подбор, который целиком и полностью остается за ЦСКА игрой своей команды. Вакулич сегодня на все руки от скуки, и голы забивает, и передачи раздает, и вот снова хорошая передача налево, и завершение с линии вратарской расстреливает голкипера. Руслан Славин оформляет дубль на 56-й минуте. Счет очень крупный, но в этой ситуации, наверное, не как оправдание прозвучит. Просто нельзя не отметить, что академикам еще и немного не везет. Вот и третья волна атаки подоспела. Опасный момент. Шестой мяч в сетке. 58-я минута. В этой сутолоке было не очень видно, кто же забил. Мы сейчас на повторе с вами это разглядим. Да, посмотрите, целая группа защитников вокруг Руслана Славина. И никому не удается помешать ему пробить поворотом. Пока игра проходит у нас в центре поля. Ну вот он еще момент. Под правой ногой мяч. У Александра Вакулича. И тем не менее Вакулич забивает третий. 82-я минута была на исходе, когда счет стал 7-0 в пользу ЦСКА. Хет-трик Вакулича. Сегодня у армейцев залетает все или практически все. Уже отмечали мы, что рикошеты часто играют за гостей. Нужно им делиться с партнером.
Потеря, наелся. Очень наелся сегодня Дмитрий Битель. Видно, что силы его покидают. Потеря в центре поля. И восьмой мяч в сетке. Никита Савин все-таки сумел сегодня забить. Нет, это Вакулич, Александр Вакулич делает покер и становится лучшим бомбардиром этой встречи. Что ж, мы увидели много голов, мы не увидели интриги в этом матче, тем не менее, наверняка получили от него удовольствие, а участники наверняка извлекут многочисленные уроки из этого поединка. Поздравляем с победой ЦСКА.